Оскар, Оскар, ты чё без меня танцуешь? А ну-ка, подожди. Подожди, чё у тебя тут такое? Чё, 70 тысяч коинов? Это же 1002 рублей. Ты чё, без меня натанцевал 2000 рублей? Блин, друзья, я вам и так хотел показать пару новых способов, а тут ещё и Оскар подогнал один классный. Так что обо всех вам сейчас всё расскажу. Первый способ основывается на суперпростом приложении для заработка на решении математических примеров. Вот, нажимаем старт, и сразу же запускается заработок. Ваша задача правильно решать простые примеры. То есть вот здесь есть пропущенная циферка, и вам надо отгадать, сколько, соответственно, у вас получилось. Либо иногда надо поставить не ответ, а пропущенную цифру, либо пропущенный знак. И на решение каждого примера вам дается несколько секунд. Но с каждым раундом время на решение становится все меньше и меньше. И чем больше таких уровней вы пройдете и решите, тем больше вы заработаете. И давайте сейчас я попробую пройти максимально далеко. Ну вот, по итогу я поиграл и заработал 32 очка. Также между раундами у вас появляется реклама, ее необходимо обязательно досмотреть для того, чтобы эти очки капали к вам на баланс. На этот раунд я потратил буквально 20-30 секунд, и все. Теперь эти 32 поинта зачисляются ко мне на баланс. И со временем, друзья, эти примеры вы начинаете решать все быстрее и быстрее, потому что многие из них часто повторяются, и вы выбираете правильные цифры, даже зачастую не думая. Вы их просто запоминаете, и заработок становится только больше и больше. И как мы поняли, в среднем за один раунд здесь можно поднимать по 20, 30, даже 40 поинтов за несколько секунд, то есть накопить минималку в первый день здесь вполне реально. А минималка здесь $5, то есть это 50 тысяч таких коинов. А 10 тысяч таких коинов это $1, то есть ровно 75 рублей. Ну и вывести заработанные деньги можно на PayPal. Указываете свою почту, нажимаете withdraw, то есть вывести на английском. Все, деньги приходят автоматически на PayPal. Далее расположилось одно из самых моих любимых и точно самое прибыльное приложение для заработка на прослушивании музыки. Это Current Music. С помощью этого приложения, просто слушая музыку, может выходить больше 10 тысяч рублей каждый месяц на полном пассиве. И я вам сейчас это докажу. Смотрите, выбираете здесь любой трек, альбом или исполнителя и просто слушаете музыку. Вот, включаем и, соответственно, все, заработок у вас пошел, но для того, чтобы он именно запустился, вам необходимо включить звук, то есть громкость вашего телефона хотя бы на самую минималку. Полоска здесь становится вот такого вот синего цвета, все, поинты к вам капают на баланс. И пока играет песня, вам капает по 0,01 поинту каждую минуту. И, соответственно, так будет капать бесконечно. И музыка тут реально классная, много известных песен, поэтому можете слушать ее, когда идете там на работу, на учебу, на тренировки. В общем, можно найти трек под любое занятие. Но это еще не все. Скорость вашего заработка здесь можно увеличивать. Во-первых, смотрите, если каждый день заходить в это приложение, то каждый третий день вам будут платить 1 поинт на баланс. И это реально много. Во-вторых, смотрите, здесь есть вот такие вот ускорители. Первый ускоритель — это игры. Здесь вы можете устанавливать игры, просто их запускать, и за это вам будут платить. Таким образом, смотрите, можно установить, например, эту игру, и за то, что вы будете просто в ней находиться, каждую минуту вам будут платить сюда, в это приложение Current Music, по 16 поинтов. И при этом можно параллельно слушать музыку. И это реально очень сильно, супер сильно ускоряет ваш заработок. Также здесь есть вот такие вот 30-секундные рекламки. За просмотр каждых вам будут платить по 15 секунд, и с помощью автокликера их можно смотреть вообще на полном пассиве. Таким образом, у меня это приложение работает практически безостановочно, потому что я люблю слушать музыку. И вот за последние 2 недели мне набежало 114 тысяч таких вот поинтов. И давайте посчитаем, сколько это в рублях. Смотрите, 40 тысяч поинтов это $20, то есть $1 это 2000 поинтов, ну то есть 75 рублей. У меня таких поинтов 114 тысяч, то есть 114 тысяч мы делим на 2000 поинтов, и получается, что у меня сейчас на балансе $57. Умножаем это примерно на 74, то есть на балансе у меня 4200 рублей. За 2 недели, друзья, 4200 рублей по сути на полном пассиве. То есть за месяц у меня выйдет приблизительно 8400 рублей. И это, прикиньте, я не играю в игры и не смотрю рекламу. А если это все использовать, то в легкую будет выходить больше 10 тысяч рублей, как я вам и сказал. И давайте часть этих денег выведем. Почему часть? Потому что здесь можно вывести фиксированную сумму. Вот, я могу вывести максимум $20, потом снова 20 зайти вывести и так далее. Вывести можно деньги на PayPal, но также в скором времени добавят биткоин и уже очень скоро добавят Payeer кошелек. Тогда будет реально круто. Ну а пока что можно только копить деньги, либо выводить на PayPal, кто может. Я давайте это сделаю. Соответственно, вот просто нажимаем Redeem, все, 30, сейчас у нас 40 тысяч поинтов спишется,
Ждем загрузочку. Все, соответственно, деньги у нас улетели. Давайте сейчас проверим. Да, вот у нас поздравление. На наш PayPal выслана эта сумма. И смотрим на моем балансе. Да, у меня осталось 70 тысяч поинтов. Ну и, соответственно, ожидаем, как только они придут на PayPal, я вам покажу. И вот, друзья, прошло всего несколько минут, и по итогу деньги пришли ко мне на мой PayPal кошелек. Вот отправитель Current Music. $20 ровно ко мне пришло, но PayPal пересчитывает это по своему курсу доллара, и по итогу это 1419 рублей 5 копеек. Ну и по итогу деньги с PayPal я уже могу вывести через обменник BestChange. Вот здесь выбираю PayPal рубли, а здесь уже, например, Kiwi кошелек, либо банковскую карту, либо Яндекс деньги, да куда угодно. Выбираю обменник, вписываю данные, перевожу деньги, и они приходят ко мне на Kiwi кошелек. Все очень просто, идем дальше. Дальше у нас супер-супер необычное приложение, называется Paper Scroll. Здесь вам надо скроллить вот так вот туалетную бумагу и за это получать бумагу. Да, как бы это странно ни звучало. Чем больше скроллите, тем больше зарабатываете. Да, вот так вот все странно и просто. Также ваш заработок можно прокачать и сделать полностью пассивным. Вот во вкладке улучшения можно приобретать различные улучшения, которые будут на пассиве приносить и скроллить за вас вот так вот бумагу. Например, вот этот тростник, смотрите, он стоит 0,45 бумаг, а будет приносить вам 0,01 бумагу каждую секунду на полном пассиве без вашего участия. И таких тростников можно купить сколько угодно, хоть 100 штук, хоть 1000, хоть 10 тысяч. Также здесь есть различные другие, более дорогие улучшения, которые будут приносить еще больше. Но самое главное, что все эти улучшения вы покупаете не за реальные деньги, а за бумагу, которую сами же здесь вот так вот и зарабатываете. Также тут можно прокачать скролл, то есть вот так за один скролл вам будут платить не одну бумагу, а больше. Для этого нажимаем бонусы, и здесь есть вот различные улучшения в виде этих скроллов. Например, стилус, он стоит 0,35 бумаг. Если вы его купите, вам будут давать плюс 0,03 бумаги за каждый скролл. Ну и, соответственно, их тоже здесь очень много. Вот, смотрите, допустим, искусственный интеллект будет вообще платить 1 миллион за один скролл. Но и стоит он тоже довольно-таки много. Но как эти бумаги вывести в реальные деньги? Напрямую через это приложение вывести, например, там на Kiwi или на карту их нельзя. Но их можно продать другим игрокам. Для этого заходим в группу этого приложения, вот нажимаем о приложении, и вот их паблик. Смотрите, в эту игру играет 113 тысяч человек, вы представляете? И вы спросите, но зачем этим другим игрокам покупать бумажки, ведь их нельзя вывести? Суть в том, что здесь постоянно проходят конкурсы, и у кого больше этих бумажек, те выигрывают очень крупные денежные призы. Так вот, именно поэтому многие игроки скупают эти бумажки у других игроков, чтобы потом в конкурсах выигрывать еще больше денег. Чтобы найти игроков, вы можете просто переписываться вот в комментариях, смотрите, тут по 60 тысяч комментариев под постом, это огромное количество, либо вот есть специальные беседы, где люди здесь пишут, какой сейчас курс, у кого сколько бумажек, кто готов купить, кто готов продать и так далее. Здесь это все разрешено. Таким образом, находите человека, он переводит вам реальные деньги, например, на Kiwi или там на Payr, а вы ему переводите бумажки. Чтобы их перевести, вот нажимаем перевести, и, соответственно, здесь выбираете просто имя, фамилию и переводите тому человеку, который скинул вам деньги. Все очень просто. На этом выпуск подошел к концу. Ссылочки на все приложения есть в закрепленном комментарии. Переходим, зарабатываем, друзья, слушаем музыку, наслаждаемся, крутим бумажки, да все что угодно. И подписываемся на канал, друзья, обязательно не забываем кликать на колокольчик, только так вы не пропустите следующие не менее топовые выпуски. На этом все, всем удачи, пока!